Загрузочка. Загрузочка. Так, а он... Уже? Значит, арена, блядь! Ну, а шо делать? Я беру... Ой. Все. А, тут карта сам за себя. Обалдеть. Чё меня колбасит? Не знаю. А, все. Все, начали? Чё это нахуй? Что это? Карта сам за себя. Почему все убили? Не знаю. Все начали в воздухе, как привидение, орать, блядь, а потом умерли. Тихо, у меня тут ПВП здесь, блядь. Сука. Блядь, или его убил, это я думал, все. Я думал, у меня просто карачун. Так они что, тут спавнятся или что, заново или как? Да. А, тут постоянно спавнят, я думал, до последнего. Не-не-не. Давай, прыгай на меня, Гандон, прыгай на меня. Это, пытайся их сбросить в реку. Ты тут на меня двое, слышишь? Обалдеть. Блять, это вообще только что было, конечно. Они тупо ко мне втроем на лодку закинули, запрыгнули, понял? И начали, как бы, меня шпили-вили мне делать. Не, ну тип просто сейчас порубал, потому что я уже был настолько уставший, что... Ну я старался. Я очень, Саша, старался. Кстати, тут огонь очень-очень рулит. Просто когда я воду упал и умер охуенно. Просто вообще суперски просто. Супериус. Ай. Ай. С чего меня убили? Ладно. Обалдеть. Ну я с одним дался, меня кто-то в спину подбежал, топором зарубил просто. Надо как-то просто встать к стене спиной, чтобы как бы сзади никто не подошел. И было бы отлично, но блин. Гандона тут какого-то зарезал. О, тип прыгнул, не допрыгнул. В воду упал. Да иди спать. Я ж прям. Бля, ну вот это меня, да, конечно, нормально так. Ганс Фучис какой-то просто порубил меня, да и все. Конечно, обидно, досадно. Ну ладно. Ебать. Иди нахуй, меня убил. Так как он меня так этим, блин, рубит? Длинным копьем вот этим. Рандомен кинг одна минута. Ебать. Мне показалось, здесь это лучше стоит. Да, за арбалетом сидит Гандон. На, тебе голову отрезал. Тут арбалет такой здоровый, понял? Да, вот он не убивал. А ебать. Ну, плетен не на вдвоем. Короче, за арбалет не садись, это карма. Он сидел за арбалетом, я его убил, я сел за арбалетом, меня чуть не порубали сразу. Это надо быть таким именно очень хитрецом, чтобы там сидеть и без палева. Тип залагал, точнее его труп. А, я в воду упал. Вс.
все утонуло нахер. Сейчас рандом будет. А что это значит? Поменялось. Арена? Ага. Ах, ты есть. Оп, это у меня. Прицепился, сука какая-то. Блин, блядь, тупо порубали, только что тут такая толпень была, такой замес. Жестянка просто такая. Ну и чё, а, все. Каждый сам себя. Наберите большее количество очков. 4.20 осталось. Очень комфортный вариант. Очень, блядь, не вариант. Охуеть, я так умер, как будто меня на пику точеную посадили. А, тебе просто, тебя аж просто... А, толкнул на шипы, получается? Да, да, да. То есть краю время не подходит. На. Давай, иди сюда. Ой, блядь! А, прикинь, я почти еще бы один толчок, я бы он на пику бы точеную посадил бы. А тут подбежал тип, и он драченый меня посадил сзади, короче. Ну, неожиданно было, неприятно. Обалдеть. Рандом через 10 секунд опять, походу. Или нет? А, нет, еще нет. Да ебать! Так, я иду. Ух ты, типы подпишись. Слышишь, а что не засчиталось? Я его прям в огонь толкнул. Он выбежал горящий и еще там дрался. Такой именно восставший из ада. Блять. За пиздец. Обалдеть, он выжидал, потом как хлоп. Мне надо просто подучиться в эту игру еще немножко. Я думаю, будет супер-пупер. Обалдеть. Рубку отрезали. Фантастик мистер Фокс, он всех что-то тут любит. Так, я хочу вот этого. Рыцаря хочу. Попробовать. Вот, щит будет. Поярче. Пиздец. Блядь. Ага, мы с тобой один на один, блять, я загорелся, обалдеть. Ты тоже хотел его убить, да? Да, да, да. Ну как-то, короче, рыцарь, конечно, пожестче, у них такие удары потяжелее, но... Сейчас такой вообще, блядь, такая вакханалия была, я не знаю. Просто махал этим огромным топором. О, арена поменялась. Да? Да. Ой, бля.
Я уже поддержал победу? Не знаю. Я руками просто. У меня поражение. У меня. Ну только непонятно. У тебя сколько убийств? 26, у меня 36. А, нет, 18, 18, 13. Ну ничего, бывает.